Очень краткое содержание повести «Детство Тёмы» Николая Гарина-Михайловского. Если в двух словах, то «Детство Тёмы» – это автобиографическая повесть Гарина-Михайловского, в которой автор увлекательно описывает свои мечты, все радости и печали, пережитые им в детстве. А теперь немного подробнее. Отец Тёмы в прошлом был военным и воспитывал Тёму так, как когда-то воспитывали его самого, строго и жестко. Он считал, что мальчикам не нужно давать спуску, и держать их следует в строгости. Мать, напротив, воспитательный процесс сына видела совсем иным и часто спорила по этому поводу с мужем. Однажды Тёма случайно сломал любимый цветок отца, и тот выпорол его за этот проступок. Обиды и злость на отца за это унижение были настолько сильны, что Тёма запомнил эту порку на всю жизнь. Однажды мальчик спас свою любимую собачку, Жучку, которую кто-то сбросил в колодец. Душевные переживания, которые в этот момент пережил Тёма, стали причиной развития болезни. Он несколько недель лежал с горячкой, но молодой организм справился с болезнью. Важным событием в жизни Тёмы стало поступление в гимназию, где он впервые понял, что такое дружба. Его другом стал умный, начитанный мальчик Иванов. Тёма старался во всем подражать приятелю, в котором видел идеал. Однажды Вахнов подложил иголку на стул учителя, и директор вызвал к себе Иванова, Тёму и Вахнова. Не выдержав давления строгого директора, Тёма назвал имя виновного, в то время как его одноклассники молчали до последнего. В результате Вахнова и Иванова отчислили из гимназии. Так Тёма потерял своего друга. Мальчик очень переживал из-за случившегося, но спустя время успокоился и стал общаться с Даниловым и Косицким. С новыми приятелями он собрался уплыть в Америку, однако эта затея провалилась. Тёма стал так плохо учиться, что завалил выпускные экзамены. Ему было очень стыдно перед родителями, но он взял себя в руки и пересдал все экзамены на отлично. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.